Конкурсы профессионального мастерства – это возможность для педагогов поделиться своим опытом, узнать о новых разработках в сфере образования. А еще это очень увлекательное состязание. Как правило, в подготовке участвуют все – ученики, родители, коллеги. Это командная работа, и от каждого звена зависит успех общего дела. Вот ученые говорят, вечного двигателя не существует. Вы знаете, на мой взгляд, вечный двигатель – это наши дети. И ваша победа сегодня – это в первую очередь оценка наших детей, их родителей. Дорогие коллеги, время лететь к новым достижениям, к новым свершениям и новым победам. Вперед! Галина Кириченко, учитель начальных классов Одинцовской лингвистической гимназии, возглавила пьедестал почета в конкурсе «Самый классный классный». Как призналась участница, свое выступление она посвятила любимым ученикам. Они ее вторая семья. Дал конкурс очень много. Общение с коллегами, уверенность в себе. Ну и, конечно, свой опыт, который я несу с собой по жизни, вот, было чем поделиться с другими. Анастасия Сухарева – молодой педагог, но с большими амбициями. Учитель истории школы Примакова была нацелена только на победу. Так и получилось. Но нельзя передать словами вот это чувство радости и, конечно же, чувство гордости и ответственности. Потому что для меня очень много, значит, такое признание на таком уровне. И вау, это здорово! Слова благодарности звучали со сцены в адрес педагогов. На борт образования Одинцовского района поднялся и глава муниципалитета. Одинцовский район ставит самую высокую планку в сфере образования. Мы должны быть лучшими во всем. По уровню образования, по качеству оснащения учебных учреждений, по досуговой и внеурочной деятельности. Такую высокую планку для Одинцовского района когда-то еще в прошлом задала Гильда Александровна Бот. И мы не просто обязаны, мы должны держать эту марку. Константин Дедюкин был удостоен специальной премии от Московского кредитного банка за высокие результаты в профессиональной деятельности. Ваш труд, ваш опыт, ваша забота о наших детях – это действительно дорогого стоит. Я всегда низко кланяюсь, как та мама, у которой сын закончил также школу в Одинцовском районе. Низко кланяюсь всегда перед вами и всегда выражаю огромные слова благодарности. Участие в профессиональных конкурсах – это творческий полет для педагогов. Время лететь. И лететь только вперед, к новым вершинам. Я очень горжусь нашими учителями. И действительно, я считаю, что нашему району и нашим детям очень сильно повезло. Победители конкурсов педагогического мастерства будут представлять муниципалитет на областном уровне. Хочется пожелать нашим учителям только победы. Мы находились на протяжении всех 7 этапов в своеобразном режиме мозгового штурма, когда нужно было быстро систематизировать, обобщать свои знания, очень быстро мобилизовываться и красиво презентовать свои наработки. Вот, так что, в общем-то, было очень волнительно. Но я в любом случае желаю каждому педагогу пройти такой этап, потому что это развитие и это для того, чтобы быть в тонусе. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».